Человеком труда можно по праву назвать 80-летнего геолога из семьи Александра Сухорукова. Несмотря на солидный возраст, он продолжает трудиться в одной из горнорудных компаний. Молодые специалисты ценят его и часто обращаются к Александру Архиповичу за советом. Ведь он один из тех, кто стоял у истоков открытия угольного месторождения Кара-Жыра. Смотрим сюжет. Александр Сухоруков работает главным геологом в одной из горнорудной компании. Накануне он отпраздновал свое 80-летие. Но несмотря на юбилей, Александр Архипович уже с самого утра на работе. Сидеть дома без дела он не привык. Молодые сотрудники удивляются его трудолюбию и жизненной энергии. Я, в общем, от этой молодежи черпаю, наверное, немножечко бодрости, так и своего возраста. Потому что, смотрите, это вот ребята, которым немножко за 30, так. Ну, чуть постарше есть немножко, так. Вот. А мне вон сколько, так. Потому что я чувствую себя на том же уровне, как они, так. Угу. Вот прихожу, то есть у нас, в общем, довольно, ну, добрые отношения. Вообще компания дружественная, коллектив дружный. Александр Сухоруков за 62 года своего трудового стажа побывал во многих экспедициях. Все они запечатлены на старых фотографиях. Одно из ярких событий – открытие угольного месторождения Кара-Жыра. Запасы черного топлива там немалые, признается геолог. Значит, был старшим геологом по геологической съемке. Значит, снимали 13-й лист. Вот. И вот в этот момент как раз мы открыли угольное месторождение Кара-Жыра. Так что я еще в группе первооткрывателей, там тоже как числился, как один из первооткрывателей. Молодые специалисты часто приходят к Александру Архиповичу за советом. Ведь геолог о полезных ископаемых знает все. Себя же часто сравнивают с камнем кремень. Этот минерал имеет мощную энергию и ассоциируется у всех с твердостью и стойкостью. Про Александра Архиповича, конечно, можно говорить многое. Это человек, который всю жизнь посвятил геологической отрасли и внес, можно сказать, так, большой вклад в развитие нашей страны и, в частности, нашей компании. Это высококвалифицированный человек, очень грамотный специалист. И мы, как молодые специалисты, конечно, гордимся тем, что мы с ним работаем, перенимаем весь его многочисленный опыт. Александр Архипович ведет активный образ жизни, не пропускает ни одно культурное мероприятие с коллективом. Есть у геолога и любимое хобби. Вместе с городским краеведческим обществом он часто выезжает в археологические экспедиции. Руслан Шакабаев, Анатолий Чернов, «Семей».